нас остались две категории. Танец и секрет. И четыре участника. Корнелия Манго, Наталья Гулькина, Екатерина Скулкина и Александр Носик. И вот им предстоит выбрать. Либо это танец, они понимают, какая это категория, либо это секрет. Секрет пойдет последним, то есть кто не выберет сейчас, обязательно встретится с категорией секрет. Что там будет, разумеется, секрет мы вам попозже расскажем. Но пока только Корнелия Манго впечатлилась индийскими танцами. Папанашвили уговаривает сейчас Екатерину Скулкину попробовать себя. Но Екатерина, видимо, не смотрела фильмы с Митхуном Чакраборти в детстве, иначе бы сейчас обязательно попробовала себя в индийских тайнах. Красиво! Как красиво они это сделали! Класс! Спасибо огромное, это было очень красиво. Я так понимаю, что вы будете тренировать вдвоем. Да, абсолютно верно. Причем я буду ставить индийский классический танец, а Риди индийский эстрадный, болливудский. Болливудский? Да. Возьметесь, да? Да. Конечно. Прям как в «Миллионере из трущоб». Может быть, даже круче? Может быть, даже круче. У вас есть Корнелия Манго. Я напомню о правилах шоу, друзья. Если у нас возникает ситуация, когда один из участников вышел на площадку с надписью «Я смогу», и нет второго, кто бы мог либо ему оппонировать, либо помогать, в данной ситуации Корнелия, видимо, выбирает себе на следующую неделю соперника или компаньона. Корнелия, я напоминаю, что вы можете выбрать. Итак, Александр Носик, Екатерина Скулкина или Наталья Гулькина. Собственно говоря, три человека только, из которых вы можете выбирать себе напарника. Так, но дело в том, что я очень люблю Наталью, я хотела бы, конечно, с тобой потанцевать, но ты уже танцевал. Да. Поэтому я прохожу к тебе, подруга! Пойдем! Стоило Скулкиной заикнуться, что она не танцует. Нет, вот так делал. 33 несчастья Екатерины Скулкиной. Иди ко мне, счастливая ты наша. Радость Корнелии я понимаю, и, собственно говоря, что ее комментировать. Вышла Катюша Скулкина, и только ее смех говорит о том, как она ненавидит Корнелию и наше шоу. По-дружески, подружка. Да. Она уже, видишь, пытается как-то вот... Ой, господи, да что ж досталось-то? Но мы за Болливуд, а ты вот танцуешь. А ты танцуешь, ты танцуй классику, Катя будет танцевать Болливуд. Все получится, подружка. Я честно скажу, миллионы мужчин в этой стране мечтают увидеть Скулкину в подобном одеянии. Вот в этом, вот в таком образе? Ой, как хорошо. А нос тебе проколем еще. Готовьтесь. Екатерина Скулкина, Корнелия Манго танцует на следующей неделе индийский танец. Кто-то классический, кто-то болливудский. Посмотрим на это с величайшим удовольствием. Зита и Гита у нас образовалась. Да, Зита Манго и Гита Скулкина.